Всем привет, с вами я, Portal68, и это новости моего канала. И эти новости будут посвящены конкурсу. Итак, давайте сейчас я не буду говорить все про конкурс. Об этом смотрите предыдущий выпуск новостей, который также был про конкурс. В этом видео я расскажу только самое основное. Итак, во-первых, когда начнется конкурс? Конкурс начнется сегодня в 19:00 по московскому времени. Так, это понятно. Когда закончится конкурс? То есть, до какого времени можно будет присылать ответы? Ответы можно будет присылать до воскресенья, 30 декабря, до 12 часов по московскому времени. То есть, после 12 часов вам уже должно прийти сообщение, в котором будет написано, насколько вопросов вы правильно ответили, какое место заняли и выиграли ли вы или нет. Призом будет являться, как обычно, Dota 2. Ну и тот, кто правильно ответит на все вопросы, тот как раз ее и получит. Так, ну еще бы я хотел одно сказать насчет того, как правильно заполнять заявку. Итак, заявка должна выглядеть вот примерно вот так вот. Первое, пишите ваше имя и небольшую информацию о себе, но это, сразу говорю, не обязательно. Информацию можете написать, с какого там времени увлекаетесь готикой и так далее. Это по вашему желанию. Какая часть готики ваша самая любимая? Второе, пишите, нужна ли вам Dota 2. Если вам она нужна, то пишите ник в Стиме, чтобы я знал, куда отправлять, если вы вдруг выиграете. Ну и третье, вы можете написать свой скайп, но это не обязательно. Скайп нужен для того, что, получше с вами связаться. Но вдруг, да, я вас не увижу в Стиме, а увижу в скайпе. Ну и дальше пишите ответы на вопросы. Это что еще? В общем, писать ответы на вопросы нужно следующим. Пишите 1, точка, допустим, А, 2, Б. Вот и все понятно. И так до 10. Всего будет 4 варианта ответов. Вы должны будете выбрать правильный. Ну и отправить потом все это мне в личку. Ну, думаю, всем понятно. Если кому-то что-то непонятно, то смотрите предыдущие новые выпуски новостей. Ну, я с вами прощаюсь и увидимся в 19:00 по московскому времени.